Сегодня Рождество. Это наш первый концерт в этом году, в 22-м. Это был и захватывающий год. Я думаю, каждый может сказать про свой год. Он был разный. И хорошо, что наступил Новый год, у нас новые желания, новые мечты. И я хочу сегодня вам сказать, я думала, с какими важными словами вы уйдете отсюда и сохраните их, надеюсь, до следующего года, до следующего шоу, да? Я думаю, что самое главное желание, самые главные слова, которые вы могли бы сегодня запомнить, и что я могу вам пожелать, это и себе, это найти свой икигай, то, ради чего ты встаешь по утрам. И сегодня я хочу вам прочитать свое стихотворение. Оно называется «Рождественское». Я написала его на Рождество. Этой ночью Бог раздал нам всем чудеснейших конфет. Кто-то попросил со вкусом долгих и счастливых лет. Для кого-то вкус не важен, просит пресный вкус, бумажный, акций вкус и вкус монет, чтоб прожить ему без бед. Кто-то просит вкус влюбленный, сладких губ и первых нег, вкус этот вишневый снег. Кто-то просит щечек сонных, маленьких новорожденных. Кто-то просит дружбы вкус, чтоб с палаткой в поход. Кто дружил так, вкус поймет. Все просили, что хотели, все просили, что могли. В эту ночь просила Бога я, как все, чтоб было много вкуса счастья на губах. Пусть бывает невезение, взлеты, пропасти, сомнения. Господи, пусть не забуду самый главный в жизни вкус. Я просила ночью темной, я просила до зари, но когда настало утро, Бог сказал мне: «Посмотри». Он развел руками, пусто. Он конфеты все раздал. И устала на порог мой, Бог присел или припал. Я его спросила тихо, я, наверное, подожду. Может быть, ты принесешь мне что-то в следующем году? Бог устало рассмеялся, и на тихий мой вопрос Бог погладил мои губы. Вот, смотри, тебе принес. Еще поиграем. Давайте мы еще сыграем. Не хочется с вами расставаться.